Так, 2510, 2510. Давайте хоть попробуем одну партию подряд выиграть. B3. B3 сюда. Сюда. C6. Маневры оставили для своего слона. Обязательно конь E4. Давайте подвигаем сюда. Давайте шах. Что-то он торопится. Что-то торопит соперник. Ну так, вилка на g3, слон g3 и конь g3 хорошо. Но слоном надежней, чтобы без рокировки его оставить. Так, я съел король e2. Конь c3. Окей, так, давайте с конем все-таки съел. Он длинную рокировку не сможет сделать, у него ладья под боем. Давайте конем, уберу его из-под боя. Уберу из-под боя, а то после слон g3, король e2, ну, с качеством я буду смело играть. Ты уж извини, друг. Но с лишним качеством я играю очень, я бы сказал, смело. Давайте сюда, наверное. Как он рвет, друзья. Просто уничтожает. Сейчас обыграет, да? Так, ну что, сюда, может быть. Смотрится, кстати, интересно. Можно просто слон f4 подвязать, мне кажется. Потому что у меня лишнее качество. Чем больше он вскроет позицию, тем лучше, в том числе для меня. Спасибо. Давай разменяем, вскроем еще и линию С для моей ладьи и будем работать с твоим королем. Он говорит, я все знаю. Я не хочу, чтобы ты работался с моим королем. Давайте так, поле от него. И буду подводить. Ферзь c5, слон d2 съем. Ферзь c5 не работает. Кстати, я угрожаю, да? Между прочим, проблемами угрожает для него. Ой, напал. Ушел. Сейчас съест. Так, ну, кстати, не хочется, да? Сюда не хочется, если съел. Если съел, он съел, еще раз напал. Он ферзь опять, пока не выиграл. Ну, ладно, давайте заберем. И на размен просто. Ну, есть так и так проходную создать. Давайте отсюда крутанем, почему нет? На ладья g5 тоже у меня хорошая позиция. Так, вот здесь какая-то тактика должна быть. 100%. 100% должна быть тактика. Ладья g7, король g7. Шах. Так, еще раз. Пробил на g7, король g7. Шах. Ушел. А, у меня же ферзь на f2 будет, я закроюсь. На ферзь e5, ферзь f6. Так, у меня промежуток, кстати, будет. На ферзь f2 промежуточный шаг дам. А если он сам пробивает, то я пешка, видимо, пробью. И у меня какая-то проходная будет. Так, если он сюда пробивает, еще ладью с шахом успею съесть. Шажочек. Ну и должен сдаться уже. Все-таки лишний материал. Хоть одну подряд удалось победить, друзья. То что-то вроде поспал, но бьют больно.